Марк Твен, Том и Сойер. Проходя мимо дома, где жил Джефф Тэтчер, Том увидел в саду какую-то новую девочку. Прелестное голубоглазое создание с золотистыми волосами, заплетенными в две длинные косички, в белом летнем платье и вышитых панталончиках. Герой, только что увенчанной славой, был сражен без единого выстрела. Некая Эми Лоренс тотчас же исчез из его сердца, не оставив там даже следа. А он-то воображал, что любит Эми Лоренс без памяти, что обожает ее. Оказывается, это было лишь мимолетное увлечение, не больше. Несколько месяцев он добивался любви Эми Лоренс. Всего неделю назад она признала, что любит его. В течение этих 7 кратких дней он с гордостью считал себя счастливейшим мальчиком в мире. И вот, в одно мгновение, она ушла из его сердца. С набожным восторгом взирала он украдкой на своего нового ангела. Вдруг ангел заметил его. Тогда он сделал вид, будто не подозревает о присутствии девочки. И начал выкидывать разные нелепые штуки, чтобы вызвать ее восхищение. Несколько времени проделывал он все эти затейливые вздорные фокусы. Вдруг посреди какого-то опасного акробатического трюка глянул в ту сторону и увидел, что девочка повернулась к нему спиной и направляется к дому. Том подошел ближе и уныло облокотился на забор. Ему так хотелось, чтобы она побыла в саду еще немного. Она действительно чуть-чуть задержалась на ступеньках, но затем шагнула прямо к двери. Том тяжело вздохнул, когда ее нога коснулась порога. И вдруг все его лицо просияло. Прежде чем скрыться за дверью, девочка оглянулась и бросила ему через забор цветок маргаритки. Том оббежал вокруг цветка, а затем в двух шагах от него приставил ладонь к глазам и начал пристально вглядываться в дальний конец улицы, будто там происходит что-то интересное. Потом он поднял с земли соломинку и поставил ее себе на нос, стараясь, чтобы она сохраняла равновесие, для чего закинул голову далеко назад. Балансируя, он все ближе и ближе подходил к цветку, наконец наступил на него босой ногой, захватил его гибкими пальцами, поскакал на одной ноге и скоро скрылся за углом, унося с собой свое сокровище. Но скрылся он всего лишь на минуту, пока расстегивал куртку и прятал цветок на груди, поближе к сердцу или, быть может, к желудку, так как не особо был силен в анатомии и не слишком разбирался в подобных вещах. Затем он вернулся и до самого вечера околачивался у забора, по-прежнему выделывая разные штуки. Но девочка не показывалась. Том тешил себя надеждой, что она стоит где-нибудь у окошка и видит, как он усердствует ради нее. В конце концов, он неохотно поплелся домой. Его бедная голова была полна фантастических грез.